Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Я Илья Александрович Ушенко, врач-стоматолог-хирург, город Москва. О, как здорово, вы из столицы. Да. Рада приветствовать вас в Петербурге. Спасибо, что вы приехали на наше мероприятие. И подскажите, пожалуйста, впервые ли вы на мероприятии, которое устраивает магазин «Ромашка»? Впервые познакомился вообще с продукцией и с организацией благодаря клинике, которая устроилась. Она плотно сотрудничает с этой организацией, закупает материалы и расходную часть, с которой мы регулярно работаем. Ну, собственно, оттуда и предложили и на обучение съездить, и, в принципе, ознакомиться со всей продукцией, которую реализует компания. Еще интересует, как вам качество сегодняшнего материала? Качество отлично, очень много полезной, интересной информации от лектора, сам себе очень крутой лектор, и организация на высшем уровне. Здорово, спасибо вам за обратную связь. Еще один маленький момент. Может быть, у вас есть какие-то темы, которые вы бы хотели услышать на следующих мероприятиях? И если вы готовы с нами поделиться какими-то рекомендациями для улучшения нашего качества работы, мы будем очень рады. Ну, по качеству работы претензий никаких нет, вопросов не вызывает. Все на высшем уровне, все хорошо. А по будущим темам, ну, каждый врач должен определять для себя. Ну, мне пока интересно было бы на костной пластике посетить какие-то обучения, но вот в будущем них как раз будут такие лекторы, которые будут защищать эту тему, ну, собственно, которые будут присутствовать. Хорошо, спасибо вам большое за обратную связь, и пускай у вас материал, который будет сегодня доступен и применим в вашей практике. Спасибо. Спасибо.